И в завершении выпуска важная информация для наших зрителей. С 6 по 25 июля на телеканале «Север» будет осуществляться полномасштабная модернизация аппаратно-студийного блока. Обновление позволит нашему телеканалу перейти на цифровую модель вещания в широкоформатном разрешении. На этот период вещание прекратится в спутниковом пакете «Триколор ТВ» и «Ростелеком». Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Серверное сердце телеканала. Отсюда ведется эфирное вещание 24/7. Оборудование здесь не меняли с самого основания телекомпании. И вот пришло время перемен. И вот на место всего вот этого вот оборудования будет стоять все самое современное, новое, что сейчас есть на телевидении. Из аппаратно-студийного блока производится управление всем телеканалом. Здесь ведется запись новостей, программ и многого другого. Здесь у нас мало того, что меняется оборудование, меняется программное обеспечение, меняется формат, то есть мы из квадратика, маленького квадратика будем уже вещать широкоформатным вещанием, то есть качество улучшается. Вот, в связи с этим очень много изменений, вот это вот все тоже, соответственно, вот эти все компьютеры, это все будет заменено. Модернизация оборудования стала возможна благодаря федеральной программе «Цифровое телевидение» за счет средств федерального и окружного бюджетов. По ее окончании, ориентировочно с 1 сентября текущего года, телевизионные программы будут выходить не только в спутниковом пакете «Триколор ТВ» и «Ростелеком», но и в ежедневных региональных врезках утром и вечером на федеральном цифровом канале ОТР «Девятая кнопка». То есть журналисты работают, операторы работают. Очень много работы теперь в связи с модернизацией, очень много работы у технического персонала. То есть мы тут все прямо на ушах стоим, грубо говоря. Так что вот так. А что нам это позволит? Ну, что в конечном итоге мы хотим добиться? Для чего это все происходит? Для того, чтобы, во-первых, мы перешли на широкоформатное вещание. Это очень важно, это практически улучшение качества. И одновременно с этим у нас будет возможность выходить на региональными врезками на общественное телевидение России. То есть у нас планируется к выпуску утренняя программа, дневная программа. То есть это очень большая и интересная работа. Мы не уходим из медиапространства. Все самые свежие и интересные новости будут выходить на канале YouTube, официальном сайте Ненецкой телерадиовещательной компании, а также в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Добавлю, радио «Север ФМ» будет работать без перебоя. Мы будем держать вас в курсе событий. Наталья Дуркина, Антон Водряков, телеканал «Север».